Вітаю, з вами «Шах і мат», мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про міжнародну реакцію на вторгнення Російської Федерації в Україну. У нас в гостях політичний оглядач Юрій Райхель. Юрій Борисович, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, у такому форматі востаннє ми з вами зустрічалися 23 лютого. Тоді було введено надзвичайний стан в Україні. Здається, увечері перед цим було введено надзвичайний стан. Наступного дня почалося широкомасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Тобто це була і північ, це і схід, це і південь. От пройшло вже більше 3 місяців з того дня, з того страшного дня. Ваша загальна оцінка цього періоду, цього часу? Вы знаете, тектонические сдвиги происходят сейчас, и самое главное, будут они после победы Украины. Потому что войны такого масштаба, в Европе в частности, они всегда заканчивались существенной перестройкой международных отношений. И это касается не только Европы, это касается Индо-Тихоокеанского региона, это касается Ближнего Востока, это касается Южного Кавказа, еще много-много других регионов. И вот мы наблюдаем ситуацию, когда мир постепенно начинает делиться по своему отношению к будущему мировому переустройству. Я приведу только один маленький пример, который очень характерен. Мы, когда началось это вторжение, были очень настороженно относились к позиции Китая. Было много разговоров, что Китай будет оказывать помощь России, там, против России вводятся санкции, а Китай поможет, и все, что с этим сопряжено. А оказывается, что нічого подобного. Фактично нейтралітет, за що, до речі, президент Зеленський, якщо не подякував, то сказав у всякому випадку, що і так добре, хай хоча б так буде. Да, но дело в том, что Китай в течение последнего месяца сдвинулся в этом, он продолжает оставаться нейтральным, но менее дружественный нейтралитет по отношению к России. Два факта. Китайские банки не подтверждает аккредитивы для российских фирм, то есть закупить товар в Китае через китайские банки невозможно. Китай отказался поставлять авиационное оборудование и авиационные запчасти к тем самолетам, которые украла Россия у лизингодателей. И Китай прекратил де-факто. Ничего не было сказано, просто улыбаются. Они прекратили поставки телекоммуникационного оборудования в Россию. Тем самым примерно через 6-8 месяцев российский интернет начнет потихоньку, ну, если не прекращать работу, то очень работать очень плохо. Отсюда все остальные параметры, о которых мы прекрасно знаем и которые мы даже уже не замечаем в нашей повседневной жизни. И это можно говорить о очень многих странах, Индии и так далее. Мы просто за недостатком времени не будем это перечислять. Ну, можливо, про парочку країн дещо пізніше ще поговоримо, там, да, зокрема по Німеччині. Да, вполне возможно. И вот эта ситуация постепенно меняется по мере позиций, усиления позиций Украины на международной арене. А это производное от наших военных успехов, которых мы достигли и в будущем еще достигнем. От, до речі, щодо військових успіхів України, ну, зрозуміло, досить важко зараз, можливо, про них говорити, тому що частина території знаходиться зараз під окупацією, це стосується і Донбасу, це стосується Херсону, Запоріжжя, Запорізької області я маю на увазі. Але, тим не менше, ми бачимо активний спротив української армії, Збройних сил України, добровольчих формувань. Якщо повернутися у перші дні війни, 20 числа лютого, з вашої точки зору, чому світ, тоді більшість країн досить скептично оцінювала потенціал України по відношенню до протистояння Російської Федерації? Потому что они находились под влиянием российской пропаганды о том, что это вторая армия мира. Ну, если не вторая, то третья, учитывая американскую, китайскую и, значит, российскую. И, конечно, и еще один момент, который используют обычно военные аналитики. Чисто арифметический подсчет. Там количество танков у России было несравненно больше, чем у Украины. У Украины сравнительно с Россией была очень слабая авиация и остается. Средств ПВО современных, типа Патриота или подобных, у Украины нет до сих пор. И вот возможность мобилизации довольно большого количества личного состава. Как теперь оказывается, это не совсем так, но в последних числах февраля это казалось, что это возможно. И поэтому вот этот вот чисто арифметический подсчет, который не учитывает обстоятельств морального характера и многих других там, логистических проблем, он сыграл с нашими, в том числе и будущими союзниками, и тогдашними уже партнерами, близкими, как говорится, такую шутку определенную. Но с нашим противником так уж точно сыграл шутку, потому что вот эта ситуация, когда Украина не только выстояла, начиная там со второй половины марта, и начала предпринимать конкретные контрнаступательные действия, в частности, вот, в Киевской области и так далее, они подействовали на очень многих как холодный душ. И не только за военными аналитиками пошли политики. Стало понятно, что совершенно изменилась геостратегическая и военно-политическая ситуация в Европе. И это изменение непосредственно связано с военными успехами украинской армии. А дальше начались то, что мы говорили о тектонических сдвигах. Формирование определенного союза вокруг Украины. Польша, Балтийские страны, Словакия, в какой-то мере Чехия, теперь уже и Румыния. Изменение позиций от Молдова. Очень характерная ситуация. Вот наш ближайший сосед, они же просто дрожали от страха, что вот сейчас через Приднестровье ворвутся, захватят Одессу и ворвутся в Приднестровье, и Молдове ж, конечно, не устоять з її армії. В перші дні, до речі, молдавани досить так скептично знову ж таки відносились по відношенню до України, хоча ми пам'ятаємо, що за рік до цього нова президент Санду фактично була дружба на віки і таке інше. От ніхто від Молдови не очікував такої реакції. Ну, вони просто побоялись. Они побоялись того, что, ну, им же не устоять, это понятно. А придет ли на помощь Румыния, член НАТО, это было весьма неясно и, скорее всего, нет. А вот теперь, когда ситуация кардинально изменилась, в Молдове началось движение, антироссийское движение. Под домашний арест заключили бывшего президента Додона, это фактически молдавский Янукович, только в ухудшенном варианте. И вообще началось вот искоренение не пророссийской, а российской агентуры в высших эшелонах молдавской власти. Это говорит о том, что Кишинев уже чувствует себя уверенно за спиной Украины. Как сказал один молдавский политик, устоїть Україна, устоїть і Молдова. Юрію Борисовичу, інша подія, яку буквально днями обговорював фактично весь світ, починаючи від мера Дніпра Бориса Філатова, закінчуючи світовими аналітиками, це був Давоський форум. Зокрема, дуже так сильно і дуже потужно обговорювали виступ Генрі Кісінджера, це колишній держсекретар, президенти Форд та Ніксон, тобто це 70-ті роки. От для когось він був, може і залишається гуру, тим не менше, він закликав поступитися Україні, фактично закликав поступитися Україні територіями. З чим пов'язана, з вашої точки зору, така його позиція? Ну, понимаете, Генри Киссинджер – это, так сказать, один из голосов. Гораздо важнее то, что на этой позиции стоит Берлин, Париж, в какой-то мере Рим. И вот это вот 4 пункта итальянского премьера Марио Драго, которым они склоняют Украину, в том числе, и смысл их такой: заключаем перемирие, так как это вот сейчас такая конфигурация, какая есть. А потом переговоры России и Украины, и вы же понимаете, что эти переговоры могут идти бесконечно. Ну, ми пам'ятаємо 14-й рік, потім Мінські домовленості, до чого це призвело. Ну, у нас уже назвали это Минск-3. Естественно, Украина от этого отказалась, но для Берлина и Парижа это становится краеугольным камнем, который заключается в двух посылах. Победа Украины должна быть неполной. То есть отбиться, да, но не полностью. Россию нужно ослабить, но не совсем. Вот примерно вот в такой ситуации. Почему? Потому что в Европе формируется новый политический центр. Мы уже упоминали Польшу, страны Балтии, там, наших ближайших соседей с Украиной. Это вне НАТО и вне Европейского Союза. Эта политическая конфигурация находится под сильным влиянием англосаксов, где впереди находится Лондон, ну а Вашингтон – это уже основа всего, это на этой платформе все будет образовываться. И вот наиболее жестко противостояли вот этой вот, ну, соглашательской линии Берлина, Парижа, Рима и примкнувшего к ним Будапешта, ну, это подпевало, это понятно. Путинская подпевала, которого Орбан, которого купили за дешевый газ, а сейчас вот покупают Сербию, Белград. Это, надо сказать, что последние 10 дней, вот то, что вы говорили, Давосский форум, публикации в ведущей американской газете «Нью-Йорк Таймс», которая фактически повторила 19 мая, которая повторила основные положения того речи Киссинджера, и значительной доли в американском истеблишменте сторонников договора, ну, по-немецки это Путин-Ферштейн, понимать Путина, понимание Путина. И вот договориться, понять Путина, не загонять его в угол, ну и так далее, то, что мы слышали. Вот эта ситуация, она стала качаться. А выразилось это в том, что мы до последнего дня, вот сегодня это должно быть утверждено, не получили систем залпового огня, о которых просили с марта месяца от Соединенных Штатов. И вот это в последние дни в Вашингтоне начали открыто говорить о том, что нет, Украине нельзя давать эти системы залпового огня, это спровоцирует Путина, и мало ли какие будут последствия. Эта ситуация была, ее преодолели, не в последнюю очередь из-за активной позиции украинской дипломатии, очередная ей пятерка с плюсом, и Лондона, который, безусловно, поддерживает Украину. Премьер-министр Великобритании Джонсон несколько раз звонил президенту США Путину, и Путину говорил, да, оговорка по Фрейду, да, Байдену, и буквально убеждал его каждый раз, что нужно поставить Украине эти системы залпового огня. И только угроза их поставки, они еще не начались, начался... Это липень месяц, здається, початок. Ну, скорее всего, я могу рассказать почему, но мы сейчас не будем на это отвлекаться. Это вопрос уже ленд-лизовских поставок. И это уже вызвало просто истерику в Москве. Причем очевидную, открытую истерику о том, что если эти системы появятся, то что мы будем делать? Юрій Борисович, дещо повертаючись до слів Кісінджера, сказаного ним, він фактично працював більшу частину свого життя, вже людині майже 100 років, 99 от було днями, працював в республіканських адміністраціях. От чи можна говорити, фактично третьою людиною в країні був, чи можна говорити, що його позиція певною мірою відображає позицію саме республіканської партії США? Ні. Підтримка України пользується двохпартійною підтримкою в США. Причем подавляющей. Там буквально 10 конгрессменов, членов Палаты представителей, но это, знаете, такие упертые трамписты, которые не против Украины, им вообще до Украины нет никакого дела, они против Байдена, против демократов и вообще... Тобто повторяют фактично позицию своего лидера. Да, совершенно верно. И вот поэтому нет, Кісінджер уже давно не в истеблишменте. Мы несколько преувеличиваем его влияние на американскую политику. И плюс это определенный нарратив российской пропаганды, что вот такой гуру и так далее. Вот «Нью-Йорк Таймс» написала. «Нью-Йорк Таймс» – это, да, это большая, относительно влиятельная газета, но которая находится на левом фланге Демократической партии США. Это не официоз демократов. Это просто газета. Фактично социалисты. Ну, такие, знаете, на американский манер. Угу. Более вот в этом смысле надо американскую такую позицию в американском истеблишменте больше отображают Washington Post и Wall Street Journal. Ну, это вообще деловая газета. Поэтому я бы не стал преувеличивать, что пишет в редакционной статье «Нью-Йорк Таймс». Это нужно знать, это нужно учитывать, но это не отображает позиции в американской администрации. Там есть убежденные сторонники Путина. Это Джон Керри, бывший государственный секретарь, сейчас он климатом заведует. Это помощник президента по национальной безопасности, это важная фигура, Джейк Салливан. Это директор ЦРУ и бывший посол в Москве Бернс. Это, ну, нельзя сказать, что это путинская агентура, но это люди, которые считают, что с Россией надо договариваться для того, чтобы она не переметнулась к Китаю. Вот примерно такой смысл. А вот Украина, ну, Украина, в конце концов, ну, отдаст она часть своей территории, нам-то что? Повертаючись до Давосського форуму, там також був виступ Джорджа Сороса, відомого діяча. От він зайняв протилежну позицію до позиції Кісінджера. З чим це пов'язано? Зрозуміло, що він є більш близький до демократів, от тим не менше. Это связано с тем, что в целом финансовый и политический и экономический истеблишмент Соединенных Штатов настроен антироссийски. Именно, я бы даже назвал не антироссийский, антипутинский. Они считают, и вот Сорос выразил это довольно в концентрированном таком виде, что Россию нужно военным путем с помощью Украины, а для этого нужны массивные поставки современного оружия Украине, ослабить настолько, чтобы оттеснить ее с геополитической карты мира, превратить Россию в государство третьего мира. Вот она была бензоколонкой, ну вот пусть и остается, но без имперских амбиций. Вот поставляет там лес, металл, нефть, газ. Сировинный придаток, фактически. Да, совершенно верно. Будет китайский – хорошо, европейский – тоже хорошо. Ну вот эти вот геополитические амбиции, вмешательство там на Ближний Восток, еще куда-то, вот это пусть поумерит свой пыл. А для этого ее нужно существенно ослабить в военном отношении в первую очередь, а потом в экономическом с помощью тех санкций, о которых мы говорили, и которые, очевидно, будут продолжать наращиваться. Кстати говоря, Берлин и Париж не против наращивания санкций. Вот вы будете переговариваться, ну, если принять план Драги, вы будете переговариваться с Россией, одеваться ей будет, ну, Киев и Москва, одеваться ей будет некуда, потому что вот экономические санкции будут ее душить, и она вынуждена будет, ну и так далее. Но пока, знаете, есть такая пословица украинская: «Поки товсті схудне, худий помре». Угу. Так что, поэтому ясно, что Киев не принял эти условия. Минск-3 нам категорически не нужен. Юрію Борисовичу, от знову ж таки, якщо говорити про блоки держав, чи можна говорити, що у зв'язку з війною в Україні фактично відбулася певна консолідація окремих країн? Скажімо, якщо говорити про Європу, ну і про Сполучені Штати, в тому числі, я маю на увазі з одного боку Атлантичний блок, з іншого блок континентальних або центральних держав, які, от як ви в тому числі сказали, займають більш таку стриману позицію стосовно Украины. Сейчас это несколько преждевременно говорить. Давайте доживем до января будущего года, когда между Киевом и Варшавой будет подписан очень большой договор. Это даже уже не стратегическое партнерство, это гораздо глубже. Это формирование оси Киев-Варшава, военно-политической и экономической и всего остального. Это, возможно, это будущий блок, политический блок, куда будут входить там, те государства, которые мы перечисляли. Может быть и нет. Будет он оформлен юридически на договорных основах с учетом вхождения, или это будут заключены двусторонние соглашения, которые будут в целом учитывать. Такие случаи были в 20-е годы в Европе, так называемая «малая локарна», это как раз вот эти вот, ну, без, конечно, Украины. И это мы увидим в ближайшее время, и самое главное, на формирование этого блока окажет влияние конкретное завершение победой Украины, украинско-российской войны. Если восстановится территориальная целостность Украины, включая Крым, то это кардинально, тектонически изменит ситуацию. И вполне возможно, что на этой основе, на основе оси Киев-Варшава, и будет формироваться блок, возможно, восточноевропейских государств, вплоть до Балкан. Отсюда два очень важных обстоятельства. А позиция Сербии в данном контексте? Позиция Сербии тоже не очень ясна, потому что, с одной стороны, они договариваются с Россией о низких ценах на газ, а с другой стороны, очень стремятся в Европейский Союз, и сербские банки не обслуживают карточки россиян. Там очень такая, знаете, двусмысленная позиция. Но если вот вернуться к формированию вот этого будущего блока, возможного, то военная победа Украины, ее быстрое восстановление в экономическом смысле, и тогда будет совсем другая геополитическая ситуация не только в Европе. Мы как-то недооцениваем, но это самым непосредственным образом скажется на Южном Кавказе. Мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности. Тобто вы маете на увазі сепаратистские настрои? Ну, по отношению, я маю на увазі до влады в Москве. Это Северный Кавказ, а вот Южный Кавказ, Азербайджан, Армения, Грузия. Так даже и Грузия совершенно в другой ситуации оказывается, она же тоже стремится в Европу. Тут очень, Центральная Азия, мы как-то у нас почти не пишут о том, что Казахстан фактически заблокировал поставки своей продукции в Россию. И самое главное, запретил перевозки товаров российскими дальнобойщиками или вот этими фирмами. То есть Казахстан заказывает товары в Европе, он не под санкциями, через территорию России их нужно доставить. Раньше это делалось как? Хотя бы помним ситуацию початку січня. Совершенно верно. Раньше это делалось как? Довозили до Беларуси и России европейские перевозчики, перегружали на белорусские и российские автомашины и везли в Казахстан, потому что это дешевле. Казахстан запретил это делать российским перевозчикам, пошел на то, что уменьшился грузопоток из Европы, но нанес очень тяжелый удар по российской логистической инфраструктуре доставки товаров. Там разорились фирмы и так далее. Можно много перечислять, чего сделал Казахстан. Это не поведение союзника, это поведение недружественного нейтрала. Есть и такое понятие в международной терминологии. У нас залишається буквально кілька хвилин, тим не менше, от не можна не задати питання, яке, в принципі, досить активно обговорюють з початку вторгнення, широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Перспективи членства у НАТО та Європейському Союзі, чи є вони у нас? При такой ситуации насчет НАТО это уж точно нет. Потому что те государства старой Европы, о которых мы говорили, а к ним еще и Франция, Немеччина в первую очередь. Да, и Италия, и Нидерланды в частности. Но они, как говорится, бревном лягут на пути Украины в НАТО, потому что это им 100 лет не нужно. Выйдет из этого, после победы Украина выйдет в военном отношении очень сильным европейским государством по силе ее армии, сравнимой с французской и немецкой. Ну, Берлину это Париж, вы же понимаете, в НАТО, но оно не нужно, ну никак. Что касается Европейского Союза, то здесь ситуация более сложная. И под угрозой образования каких-то других блоков, возможно, и переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз и будут идти. Возможно, дадут кандидатство. Это ни о чем не говорит, но это уже какое-то продвижение. Поэтому сейчас я бы относился к этому скептически. О НАТО мы уже сказали, и насчет Европейского Союза я тоже относительно скептичен. Но это значит, что Украине предстоит выполнить огромную работу по соответствию в экономическом и финансовом и так далее смысле требованиям Евросоюза. В конце концов, можно, как Финляндия, не быть членом Евросоюза, но быть европейской страной в европейском понимании этого слова. Юрій Борисович, буквально одна хвилина лишається, тим не менш, на сам кінець не можу не задати питання, от чи можемо ми зараз прогнозувати по строках завершення війни і по можливих сценаріях, при тому, що ми віримо в нашу перемогу? Це буде в огромній степені зависіти від об'єму поставок по ленд-лізу. Дело в том, что мы должны понимать, что сейчас Пентагон, весь оборонный комплекс Соединенных Штатов начинает работать на Украину. Но разогнать его очень, это очень инерционная система. Поставки эти могут осуществляться только кораблями. Самолетами вы много не увезете. Ну а теперь представьте, корабль из восточного побережья Соединенных Штатов до польских портов при хорошей погоде, при скорости 30 узлов в час идет 15 дней. Загрузить, отправить, принять в Польше, из Польши перевести в Украину. Вот и сами считайте, когда первые ленд-лизовские поставки, если их начать осуществлять буквально завтра, а это не так. Ну так, це питання часу, і у нас також питання часу, на жаль, він закінчився. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре.